Всем добрый вечер! Меня зовут Елена Ксенофонтова, и я являюсь членом попечительского совета замечательного фонда «Елица». Благотворительного фонда, в котором масса проектов. Это и помощь деткам, и больным, и нуждающимся, и много-много-много различных проектов, которые уже воплощаются в жизнь. И я очень надеюсь, что с вашей помощью будут воплощаться еще. Я знаю, что время новогодних праздников – это время подведения каких-то итогов. Я не хочу подводить никаких итогов. Я искренне хочу сказать спасибо. Я хочу поздравить вас с наступившим Новым годом, приближающимся Рождеством Христовым, сказать слова благодарности всем тем, кто способен на сострадание, на сочувствие, и всем тем, у кого есть возможность помочь нуждающимся людям, помочь воплотить светлые, нужные проекты фонда в жизнь. Вы сделали очень много, и я искренне говорю вам спасибо. Я говорю вам спасибо за то, что вы с нами, всем, кто смог что-то пожертвовать, всем, кто хоть как-то прикоснулся к каждому проекту. Будьте счастливы, храните свет и добро в ваших душах. Это так важно, это так много. Ничто не сравнится с любовью, ничто не сравнится с эмпатией. Ваша Елена Ксенофонтова. С Новым годом и с Рождеством. Спасибо.